Добрый вечер. И в эфире новости. Сегодня актуальная камера отмечает юбилей 60 лет. Именно 60 лет назад появился первый выпуск актуальной камеры. Сегодня все на корпоративе получают удовольствие и развлекаются. Поэтому новости веду я, Анна Сапроненко. Но сегодня в эфире мы коснемся нескольких других тем. И на связи наш специальный корреспондент Андрей Титов. Андрей? Да, Анна, я действительно нахожусь на прямой связи. Добрый вечер, Андрей. Чем будете развлекать телезрителей сегодня? Ну, сегодня пятница, и поэтому традиционно кухня в твоем вечере превращается в бар, и мы готовим очередной пятничный моктейль. Ага, значит, жажды не будет, точно. Какие специальные гости заявлены в программе? Сегодня пятница, время поговорить о любви, поэтому к нам придет в гости психолог Агнес Краус. Ну, а кроме того, не стоит забывать о том, что журнал «Яна», единственный женский журнал на русском языке в Эстонии, отмечает свое 16-летие, и главный редактор этого издания Наталья Саль тоже заглянет к нам на огонек. Ага, еще один праздник. А кто же отвечает сегодня за музыкальное сопровождение твоего вечера? Сегодня просто бесподобная мед-рок-группа, которая называется «Ванем Иде» или «Старшая сестра». Вы не поверите, но именно она на сцене твоего вечера, Анна. Андрей, что насчет ваших традиционных регулярных рубрик «Пятницы»? Действительно, Эдуард Коротин не оставляет надежды научить ведущих программы «Твоего вечера» танцевать. И, быть может, у него это получится, ведь, как мы знаем, Эдуард один из лучших тренеров Эстонии. Анна? Андрей, наверняка в твоем вечере готовы какие-то интересные видеосюжеты. Действительно, завтра в музее под открытым небом рок-альмары будут отмечать Масленицу, и наш специальный корреспондент Юлия Тислер отправилась туда. Все подробности в ее репортаже. На связи был Андрей Титов. Я благодарю его за информационную поддержку. Все это вы увидите в программе «Твой вечер» уже через 6 минут. А мы еще раз поздравляем актуальную камеру с днем рождения и с юбилеем.